круто. А эту ты прям принес? Песочки посмотри. Песочек, да. Песочек, слышь, травку. Ха. Так. Квикстак. Надо все слить. Слить, слить, слить. Тебе капюшончик. Капюшончик? Да. Шапочка нужна, черная. Шапочка. Ничего. Черная шапочка, Ванти. Зачем? Просто, откуда я знаю. Что было? Так, что у нас тут? Стрелы, всякая фигня. Так, мат мне не нужен, наверное. Да, потому что... Так, песочек. Я не вижу. А, не вижу, вижу. Текстура у него почти напоминает, я не знаю, насколько она... Сколько они при корректере? Аж на грязь отличается, я не знаю. По цвету. Фиг поймешь. Чуть-чуть, что ли, светлее? Или в черный больше уходит? А не в коричневый. Так, и семена. Немножко семян. Немножко семян он здесь. Да? Fire Blossom. А семечки не падали? А, не вижу, вижу. Так, что еще? Дейблум. Дейблумчик. Ватерлиф. Швиторн. Горшочки там знаешь? Ватерлиф. Ну да, я ферму сделал пока что. Десвид. Швиторн. Блин, круто. Манглов. Манглов, да. Для манглова еще нужно сделать, блин, из грязи. А, это игра. Что еще, что еще? Кримсон. А, Кримсон нам не нужен. А зачем вообще Кримсон? Может их выкинуть? Нужно. Семечки Кримсона. Их садить тебе вред только. Разве что, я не знаю. Зачем они вообще нужны? Не знаю. Там потом эта пушка появляется, если я не ошибаюсь. Дальше, которую можно... Все это дело. Crimson Seed. А может они нужны для чего-то, я не знаю. Оставлю. Окей, круто. Джунгл растет. Травка. Это лежит отдельно почему-то. Манго. Как-то странно, все посортировано было. Кто-то положил веревки, а теперь тут 4 упакованы по 999 веревок в семенах. Рип. Да их переложишь куда-нибудь. Вообще выкину их. Серьезно? Зачем нам веревки? У нас уже всякие двойные прыжки и тройные прыжки. А, ты серьезно? Ты выкинешь веревочку? Бедненькую, ну ладно. Ты уже сходил? Все сундуки открыл, небось? Ты путал. Шикарно. И мне ничего не оставил. Молодец. Все в этих наших сумках. Классика жанра. И что ж там полезного выпало? Одно оружие, может достать. Там, наверное, только оружие падает. Воу, привет. Куда ты? Отправляюсь в полет.
Титан под. Это у нас будет, что это у нас будет? Это у нас будет, допустим, аж. Даже не пригодилось. 70 всего лишь я истратил. Ну, твоих этих, то, что я собирал аж. Почему они не садятся? А? Простите? А, их нельзя садить, понятно. Их можно только юзать. Мило. Секундочку, они не садятся, почему? Они же растут ваши, правильно? Что нужен двойной слой? Или в то? О, мило. Хорошо знать. Я не знал. Окей. Тогда придется набрать еще чуть-чуть аша. Ты знаешь, я знаю, ты хочешь сделать вылазку, да? Я набрал тебе еще. Где? Там же. Ты уже вернулся? Да. Ой. Пора сделать лучше кирочки. Как тут быстро справился? Где ты? Я тут. Ты что, пати меня не видишь? Вижу. Она стала синяя. Не очень заметная. На синем фоне. Бывает. Забираешь кирку вроде. Займемся этим, что у нас тут. Это у нас грязь. Грязь, грязь. Я не брал грязь, я не добрал грязь. Я помню, как-то сделал ферму. Посадил... Вернее, сильно большие площадочки сделал. Посадил эту травку. Джунгли, и мне начали спавниться мобы. Вот эти вот, которые длинные кусочки. Это было печально. Пришлось уменьшать. Круто. Это было круто. Так, это у нас, блин, круто, правильно? А, его вообще нельзя садить, понятно. Я думал, все эти травки можно обратно садить. Только семена. Только семена. Печально. Я хотел сломать систему. Не получилось.
Вообще, что интересная, забавная механика тут. Типа, у этой продаются несколько платформ, типа, для саженцев. Ну, вот эти, которые продают зелень всякую. Ну. Для каждого растения своя платформа, у нее цвет свой, типа. Что интересно. Неважно, какую ты купишь, можно в любую садить травку. Надо, типа, для себя. По крайней мере, можно было так делать. А теперь нет? А теперь я не знаю, наверное, можно. Она не просто по цветам, для себя же подключать. Для себя, да. Могли бы сделать, что ли, я не знаю. Чтобы нельзя было сажать, что попало, куда попало. Десять тридцать пять. 45 слитков всего на один комплект. Подешевела броня. Какая? Сначала нужно было по 75 слитков, теперь 45 надо, чтобы комплект сделать броня адской. Хм. А что дает адская броня? Бонус. Адская? Ты светишься? Что типа того? Я себе небось сделал с бафами какими-то. Нет, я перековал. Даже перековал? Нифига себе. Ну что было чуть скорости. Отлично. Там 4% это. Сделаю себе тоже новорученную. Reforge. Чпок. Не минусы. Адская для ближнего боя. Грязная? Сколько у тебя скорости? 4. Не устроит. Лучше, чем у тебя, это уже хорошо. 5%? 9. Это мило. Всегда хорошо иметь лучше, чем у других. Так, ладно. Ну все, я работу выполнил. В смысле? Ты же все на сегодня? Больше адских камушек не нужен. А я думал, ты уже все на сегодня. Думаю, как же ты? Не здраво нам вставать. Так ты таки все на сегодня? Нет. Не, ты меня бесишь. Почему интересно это стоит? Два серебра. Опять дождь на улице. Ты любишь дождь? Не? Да. Нужно 5 сундуков делать. А до нижних сундуков мы не разъем. Так, ты это мне комплект брони сделал? Или что там делал? Он для милишника комплект, если хочешь, делай. Ну да. Делай. Я не буду. Может, для милишника. А чем плохо иметь несколько комплектов? Для босса один, для... Ну для мне, босса. Ты-то мах, тебе-то все равно. Нет? Делаешь, говорю, там больше никуда слитки делать.
наш рудар, да, да, да. Адский. 47 всего лишь? Тебе хватит, да. А меч? Ты про меч не забыл? Ну, если хочешь, пойди накопай. Ты не мог накопать сразу, да, с расчетом ненормально? Куда я знаю, я накопал сколько смог. Сколько смог? Немало кирки. Мало кирки. Кирка. Кирка — это необходимость. Если бы ты вышел из ада бы и накопал бы не на кирку, то я не знаю, я бы тебя из стима бы удалил бы. Так тебе и поверю. Да. Тебе еще грибной объемчик сделать. Вот сам его будешь делать. Грибной биомчик? Грибной биомчик нельзя сделать на поверхности. Ага, на себе ты все выформил, ага. Что, это по пути меня выпало, деда? Да, конечно. Ты хочешь сказать, ты будешь милишный с этой с магией бегать? Нет. Да? Лишний сет. Где начинается после этого? Кого? Ну, это где он? О, прикольно. Чуть ты вылетел. Да. Где у нас грибные биомы? Вот на этом уровне я буду копать. Я сейчас тоже спущусь, по-моему, тебе. А, сейчас что-то... Возьми сразу землю, чем застроить, застраивать. Кого застроить? И... Ну, тут просто ямы. Планки возьми. Планки и землю. Тем жду грязь. Ну, подожди, еще одна миссия нужно выполнить. Засадить этих деревьев. А чем я делал там дорожку? Ужасно. Ужасно. Ты заразил меня. Иди отсюда. Сера растут во все. Вот. А я никогда не видел, как деревья спавнятся, анимацию их не. Теперь я вижу. Во, они быстро растут. Фига себе. Еще? О, я никогда не видел этого реально, как это происходит на глазах. Из ниоткуда берутся? Да. Ну так раз и листья опадают. Еще. Еще? Видимо, нет. Это было забавно. Два дерева.
Ладно, пока с этим связываю. Думаю, эти можно выкидывать уже. Так, ты говорил, дерево взять, дерево есть. И еще... Ну, для планок и грязь. Грязь. А грязь там падает, разве нет? Где здесь там грязь? Здесь один камень почти. А где грязь падает? В джунглях? В сундуках у нас нету. Не складывали? Ну, там было чуть-чуть, я ее потратил, и пока делал ферму. Там было чуть-чуть. Ну, бери динамит и бери в джунгли. Динамит? Так ты меняешь мнение. Если ты любишь ручную работу. Грязную. Я люблю ручную. Я бомбу возьму. Динамит слишком мажорный? Так. Воды. Что ты не спустила-то? Тебе удобно? В воде? Да. Ясно. Ну, без проблем. Ну я спущу чтобы это. Сразу, чтоб сразу кирку промывать в грязи. Ага. Там вот так вот. Воду в воде. Вот еще? Принесли вас. Взялась. Что? Ничего. А ты, я думал, ты в джунгли побежишь. Не знаю, в грязи. Нет? Мы же грязи. Не. Ау. Ну типа, угу, потом побегу. Джунгли? Ты думаешь, она выжила? Ты же с бомбами. Не, что? Закидаешь? Бомбами. А где же джунгли хоть? Слева. Ну, недалеко. Ну же рельсы построить, да? А? Рельсы уже построить. Наверное. Куча металла. Из чего они делаются? Ага. Из металла? Из какого? Ну, наверное, железо. У нас железо нет. Я тебе говорил в начале игры. Ты мне что отвечал? Когда нужно будет накопаем? Уже когда замена железа. Ну, лид? Железо и лит одно и то же. А, джунгли. Мангловик. Еще один. Сугой. Где-нибудь, где-нибудь тут. Ту-ту-ру. Шмяка, шмяка, шмяка. Все. Ту-ту-ту-ту-ту.
Ох. Накопать тебе одного, накопать другого. Что твоя работа? Извини. Думаю, 700 блоков хватит. Ты думаешь? Я уверен. Больше нам семян накопать нужно. Они там расклонируются. Да. Расклонируются. Mandible Blade. Интересно. Average Knockback. Найди у нас семечки. Маша, у нас 5 штук всего лишь их. Расклонируется. Знаешь, сколько нужно расклонировать будет? Монголик. Все начинается с малого. Да, да, в нашем случае ни с чего. Так, где у нас этот орлиф был? У нас вообще был? Ну, думаю, желтенький, наверное. Ха-ха-ха-ха-ха. Что у нас тут? Джунгли растут очень медленно. Зачем тебе джунгли? Не скажу. Опс. Надо будет потом сделать. Такие площадочки тут. Другие. Бэ-бэ. Куда они все лезут? Я на секунду отвернулся, тут появилось миллион слизней всяких. Откуда? Спавнятся? Откуда же еще? Ты хотел бы, чтобы был без мобов? Казалось. Ты думаешь, нам нужно столько грибов? Не надо? Не, ну чего, можно? Садишь еще что? Нечего. Будешь червяков разводить или что там еще? А, ну разве что, да. Трюфельных червяков. На, у тебя нашел кое-что. Апгрейд. Тебе. Для кого брать? Что за клешня какая-то? Тебе? Ты не хочешь клешню? Ты будешь помогать? Ты будешь АФКшить? На тебе половину. Не справишься. Так быстрее, не? В две руки? 4. Глубиномер выпал. Не ветер на них. Так, так, подожди, подожди, подожди. Тихо, 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 тихо.
Так, 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 надо. Что? Страту, страту. Это у нас идет. Где у нас вход будет? Вход наверху, наверное. Вот так вот ты делаешь. И вот так вот. И потом следующий проход. Я только что вспомнил, да, про это. Мой червячок уже полный. И второй появился. Так, а теперь у меня тяжелое сомнение, хватит ли нам блоков. 700 было мало явно, наверное. И недооценил. А? Сильно назвал собой? Их там 3 штуки. Ну сейчас посадить, пускай растут потихоньку. Они же растут по всей стороне, что ли, да? Да, но их только 3. Ну, посадить прямо сейчас покажу. А, 5 уже. Ты говоришь, ты их не сбреешь, случайно? Я косо посадил, он был по центру. Так, еще одна тут. Умеешь, как уже растут? Сейчас мы спотаем. Они из кого-то? Возможно. Что-то они пати много. Пати хард? Развеселились после за последнего. Все больше не надо. Рип. Надо пойти еще набрать. Ты бомбы все с собой взял? Их там было всего лишь чуть-чуть. Ну, если ты мне сказал, сейчас я тебе дал. Ты не можешь позволить себе бомб? У тебя небось 3 платины уже насобрано. Он платился. У чувака 3 платины, он будет жаться у него по поводу пару бомб. Нет, куда ты их все делал? Ну, значит, меньше ролить нужно было. Нам 700 хватит? Кого? Ты что, шутишь? Зачем нам 700 бомб? Я имею в виду земли. А, нет, нужно 1000. Наберем 1000 запасиком. Я с тобой тоже пойду. Серьезно ты? Вау. Что? Ты мог хотя бы отойти, что ли? Мы сейчас перегрузим сервер, он крашнется. А ну это будет ареной туда, потом. В будущем. Ну, разрешили проблему. Ну раз мы тут, ты решил, блин, на поверхности прямо дырку сделать. Вообще-то беспалевно. Аккуратно. Friendly fire. Идем соберем. Сервер крашнется. Ты никогда не знаешь, что игрой. Что произойдет? 531? Может, это все мало для арены. Ну, если же можно потом расширить будет.
бомбардировщик. Ты куда-то метишь, не туда. В меня, наверное. Все мои бомбы закончились. Рип. Аккуратно. Еще чуть-чуть. Парочка. А, ну вообще меня не бьет. Ну, прошу Friendly Fire. Можем включить PvP. Ты хочешь как в бурде? Все, меня больше нема. Можем выровнять прямо сейчас. Типа сделать квадратную. Зима. Ты все потомкаешь, потомкаешь. Ты много потомкаешь. У нас семян нет вообще. Ты не мог сразу сделать вниз прямо? Можешь потом сделать там. Да, спасибо, сам и сделаешь. Уже грибочек даже один вырос. Честно, из него семечко выпадет? А ну-ка, чек. Нет. Конечно. Я что, бог везения или что? Я размечтался немного. Бывает. Надо проще мне уже убрать. Хотя нет. Нет, это будет не идеально. Будет не по фэншую. Ты не там ставишь факела, лучше на третий ставить. У тебя блоков еще сколько? Мне хватает. 330, я не уверен. Она хватит, да? Она хватит, у меня еще куча.
Будем ломать? Порт у нас 100 хп самое лучшее? Не думаю, наверное, 200. Я уже не помню. Она 100 на 200 покупается? Или делается? Ну, 200 покупается, да. Ну, в любом случае, для червей эта ферма тоже сгодится. В будущем. Если что. Ты делаешь каждому этот проход, а как он будет расти? Только с той стороны ему придется идти. Сначала лучше заделать. Закроем потом. В таком случае почти не заделаем. Что ты хочешь? Чтоб быстрее прошло еще посередине это сделать линию. Да и так нормально будет. Пойдем сходим лучше в биом другой. Семян поищем. Ну, у нас справа, видишь, рядом тут. Грибной биом, да. Сейчас сходи. Схожу. Водички еще не хочешь? Ты уже напился там? Согнуться не хочу. Серьезно, дождь идет, да? Прикольно. У нас какой сегодня? 9-10 декабря? В Николаеве зима. Дождь на улице. У всех снег. У нас дождь. Справедливо. Рип. Аж один выпал. Если травку интересно рубать, если ничего не падает. Не думаю. Не, не думаю. Где у нас еще были? Они же, они же. Идешь? Я ничего не знаю. Что, ничего? Я курица.
Вау, целая семечка одна. Вау. Я больше близко нигде ничего не вижу. Ну потом разрастется же. Иду посажу одну свою семечку. Круто. Что дальше? Чё? Ты уже все? Рано вставать. Праздник закончился. Рип. Рип праздник. Новый баннер какой-то. Думаю, что нам понадобится хук. Ну-ка, что с ним делается? Ничего. Копер. О, да, нам нужен копер. Элит. И красное дерево. Мечтаю. Просто. Уйди. Круто. Грибы, 50 грибов. Можно бутылочки сделать. Я могу бутылочек? Да. Что там еще есть? Вот здесь. Я взял еще и там. Ничего не было. Это было странно. Нужно будет как-нибудь часы взять, наверное, сделать. Слушай, серьезно. Где залипание клавиш? Как-то бесит реально. Отключить. Достал это залипание клавиш? Что? Простите. Что за просидон?
Так что идем в ад? Или тоже все? Это уже было. Что надо делать? Как строить дорожку, файтить боссы? Второе прохождение, нет? Зачем нам нужно? Не знаю, или что? Что предлагаешь? Можем попускать фейерверк еще часов 10. Так что мы идем в джунгли или что? Идем завалим королеву эту, пчелу вонючую. Или давайте фармить адский камень мне. Еще один? Ну, у меня как бы меча нету до сих пор, нет? Как бы я хочу 36 дэмэджа мечом. Нет? Зачем он тебе? Со шкафом. Бумеранг сделать новый огненный. Или что? Не, давай сидеть будем еще часов 10 сидеть на месте. Это весело. У нас есть пульт дышания под водой? Нет, только воздух. А вот ты все всрал? В смысле? Там ничего не было. А. Все всрал. Не верю, я точно что-то видел такое, если ты не брал. Вот ему на лаву. Хождение по воде. Дышать водой вместо воздуха. Две минуты мало, нужно еще. У нас бутылки с водой есть? Да. Да, где? Смотри, где-то верхнем, что за уголорды. А, вижу, что 9 бутылок даже. Куда этот цветок девается? А, для жирных красителей, фу, спасибо, нет. Желтых. Так, куда я пошел? Они же на гиду? Мозги? Окей. Так, посмотрим. Подле изменения пола не ходишь? Ты будешь пол изменить? Так, коралл, ватерлиф и бутылка. И монклавия. Что у нас для монклавия? Ватерлиф, обсидиан и фаерблоссом. Так. Что мы еще раз набыло? Ватерлив нужен, короче. Что у нас с ватерливом? У нас один тут, блин. Парочка есть. Парочка фейл боссомов. Обсидиан. Обсидиан. Демонит. Мне нужен обсидиан, обсидиан. Куда ты делал обсидиан уже? Смотри, вот. Почему смотри. Они там делают? Потому что там скоро заполнится все руды. Скоро? Так надо выкидывать, значит. Думаю, 5 потов не нахватит. И еще один
Просто 40 крит. Хорошо, хорошо. Сколько? Довольно мало. Мелочи. На книжке написано 43-35 урона. Так бюджетно. У меня еще 20 урона. Куда уже крит по 140. А мелочи. Это ничего. А, коралл нужен. У нас это были кораллы. Я собирал. Клара. Ты собирал, но я их не вижу. Они в первом сундуке, там где руда. Что там делают? Там хлам всякий для крафта. Всякие. У нас по 30 сундукам он распихан. 2, 3. Окей. Круто. Теперь сложим обратно ингредиенты. Коральчик. Waterleaf у нас тут. Обсидиан еще сложить. Так, обсидиан у нас тут. Ты это, может, пойдешь, побдишь пока ферму? Сейчас не надо. Ну, собирай травку. Хотя ты не отличишь, что где. Я сам не отличу. Где тут что? Тут пару грибочков выросло, и все. Никакой фермы. Наверху? Ага. Он вообще не растет. Ты хочешь, чтобы за 2 минуты все выросло? Я вообще-то посадил это все, еще не знаю, полгода назад. Оно все собирается в определенное время, так что... Вот это вот нужно бдить. А это не надо бывает поливать? Не махни, нет. Мечом или не стрельни чем-нибудь. Оно все убивается. Топ пушка. Так что? Что мы делаем? А, я шел в ад. Я все уже. Ну ты все, я нет. Кому ты нужен? Я соло могу поиграть. Ты без меня справишься, да. Легкая жизнь. Зачарование оружия? А нет, миньончики. Ну это, короче, до завтра, да. Или как там, послезавтра. Че там, да. Завтра и послезавтра. Тогда я аж в понедельник, что ли? И завтра, и послезавтра. Ну, до завтра. А окно? Какое окно? Что, его утром буду ставить? 9 часов. Короче, ладно.